Наша встреча с героем нынешней передачи «100 лиц столицы», мэром города Чебоксара в период с 1975 по 1982 годы Робертом Анатольевичем Ильиным состоялась у Вечного огня в Парке Победы. И это не случайно. С этой точки город как на ладони. Именно здесь можно увидеть, как росли и менялись Чебоксары. Итак, знакомимся. Роберт Анатольевич Ильиной родился 4 ноября 1930 года в городе Минеральные воды Ставропольского края. С 1958 года в Чувашии. Работал старшим прорабом, начальником участка СУ-32, стройтреста номер 1, заведующим отделом строительства Чувашского обкома КПСС, председателем Чебоксарского городского исполкома. С марта 1982 года по октябрь 1988 министр жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, затем генеральный директор Чувашского территориального производственного объединения ЖКХ, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, награжден орденами Трудового Красного Знамени, знак почета, медалями. Как и многие молодые люди его возраста, после школы Роберт Ильиной отправился в ремесленное училище, а после него в армию, проходил военную службу в Балтийске на Северном флоте. Окончив Московский инженерно-строительный институт, получил направление в Донбасс на сооружение Старобишевской ГРЭС. В 1958 году Роберт Анатольевич был приглашен в Чувашскую республику. Приехал, потому что моя любимая жена приехала на свою родину. Но дело у нее не только, конечно, в этом было, а дело в том, что она, приехав в Донбасс, не получила той специальности, как инженер-химик, которая она работала в течение 2 лет на Грозненском нефтеперерабатывающем заводе. Поэтому это была тоже одной из причин, что я, значит, приезжая на ее родину, значит, мог, здесь уже появились заводы, ЗИИМ, ЗИИП. Вот, она сразу устроилась на ЗИИМ, в химлабораторию, и как химик, так сказать, себя реализовала в этом плане. Здесь, так сказать, я оказался востребованным. У меня никаких не было вопросов, что я, значит, могу что-то такое работать, не работать, плохо работать. Я работал как всегда, значит, отдавал все с большим энтузиазмом, с большим желанием. И все, что я мог, я вот сделал для республики. Я и строительством занимался, и контролировал. Вот старались мы, чтобы это качество сохранять. Все мы участвовали, все мы занимались и требовали, и вносили свой вклад. Вот, например, по стадиону что было? По стадиону получилось так, что козырек не соответствовал. И сделали прекрасный новый проект этого козырька, и стадион стал хорошим. Строительство социальных объектов – это был генеральным вопросом и партийных, и советских органов. Будучи председателем Чебоксарского горосполкома, значит, приходил на работу, ну, обязательно должен был быть на работе в 8. День очень напряженный, значит, работаю, вот, принимаем трудящихся, работаем на стройках везде, вот, в аппарате. Вопросы благоустройства я вам еще не назвал, вопросы содержания города. Это все время в деле, все время везде. А потом в субботу мы до 2 руководителей, это 100%, до 2 часов подогнать какие-то дела, что-то написать, что-то посмотреть, вообще подумать. В годы работы Роберта Анатольевича Ильинова стал создаваться резервный фонд жилья для расселения горожан. Совместная работа городского и районных служб позволила своевременно расселить жильцов из санитарной зоны залива Чебоксарской ГЭС. Началась вот эта эпопея, 78-й год, подготовка, разработка генерального плана нашей республики. И там, вот именно там, генеральным вопросом была центральная часть города, вот, и устройство, с устройством этих 2 заливов, которые мы с вами видим. Был утвержден генеральный план, и все-таки в него было при строительстве внесено предложение не делать эту сторону залива, которая идет по Кайбалке вот с этой стороны. Потому что, ну, много было причин, связанных с геологическими исследованиями, с подготовкой и прочее. Поэтому решили остановиться на одном. Переселить граждан из зоны затопления и из санитарной зоны. Из зоны затопления было предусмотрено все,
средства сообщения. А из санитарной зоны в 79 году правительство Российской Федерации выпустило распоряжение соответствующее и дало нам возможность построить 345 тысяч квадратных метров жилья. Второе, значит, мы должны были подготовить территорию для залива, проверить дно, искательские организации работали. Вот. Третье, значит, мы должны были пройти в целом по берегу, там, где берегоукрепительные работы делали, мы должны пройти были и посмотреть там, как благоустраивается, какие парапеты, какие дренажные системы предусмотрены, какие въезды. Вот, к сожалению, там нужно было бы сделать, по-моему, если меня память не изменяет, 5, что ли, въездов таких транспортных и 7 или 8 въездов пешеходных, спусков. Вот. Но это, к сожалению, не успели, вот приостановили строительство его. Вокруг залива еще, там сделаны, там чуть дальше канализационная станция. Может быть, вы когда-нибудь видели ее? Да, есть. Да, она собирает, значит, там все стоки соответствующие. Там есть, ну, будем говорить, такое озеро, которое собирает, потом постепенно его очищает. И вокруг его проходит ливневка, которая, значит, сбрасывает эти стоки мимо залива. Залива. Поэтому в этом плане нашим лебедям можно спокойно жить, вот, потому что залив относительно чистый. Делали строители наши. Вот, гидростроители, все участвовали. А мы, так сказать, мучились и работали тоже на своем участке. На своем участке мы работали, и работали напряженно. Я должен сказать, вот, и партийные органы работали напряженно, и советские органы. Один из жизненно важных объектов в городе – водоканал. При активном участии Роберта Ильинова был решен вопрос устойчивого водоснабжения в городе Чебоксары. Когда я приступил к работе председателем горосполкома, я поставил перед собой такую задачу – выяснить, что главное, которое мне должны помочь правительство или обком партии первым лицам, чтобы я обратился. Вот есть вещи, которые не может решить председатель. Что самое главное? И что, значит, то, которое остальное я уже буду сам заниматься и нести ответственность за всю работу. И не выяснилось, оно и раньше было видно, что очень наш город мучился в связи с тем, что были аварии, постоянные аварии на водопроводе, на магистральных водопроводах. А почему аварии? У нас давление в городе, у нас же рельефная местность, и давление до 10 атмосфер. Обыкновенное рабочее давление наружное до 10 атмосфер. А чугунные, они же имеют раструбы, они соединяются, чугунные трубы. Вот они не выдерживали, разрывались у них, там сказать, все эти. И аварии были систематические. И все время город, особенно не везло в выходные и на праздник. Все время, значит, аварии. Вот я, значит, посоветовался с Михаилом Михайловичем Минеевым. Оказывается, он уже борется давно, что нужно проложить параллельную нитку, стальную. Мы ее называем «тыщевка». Хотя на 900-ка, вот, тыщевку. И я написал официальное письмо первому секретарю обкома и говорю, помогите сделать тыщевку, включить ее, достать, чтобы средства на эти цели, и подключить предприятие и выйти из положения. Илья Павлович поручил это дело Чичикину, такой был секретарь обкома партии. Тот разбил эти километры на 5. Участков, каждому заводу прикрепил, ну не завод, конечно, делает, а чтобы завод давал туда электросварщиков, там рабочую силу слесарей, помогал строителям. Вот. И, значит, съездили в Госстрой, я тоже ездил в Госстрой, Кайсаренко был один такой замечательный человек, зампред Саумина. И мы добились, что как исключение разрешили, учитывая ситуацию, не разрешается параллельно две магистральных линии строить.
Вот, и нам разрешили, получили трубы, и в течение 3 месяцев сделали вот эту трубу. Порядка 7 километров. Во-первых, она дала возможность резервировать воду. Во-вторых, если лопнула труба чугунная, сразу подключалось это, и все. И в какой-то степени, не только там, там и в другом месте были уже стальные трубы проложены, на другом участке. И все это помогло вот городу чуть-чуть и снабжать ТЭЦ. Ведь водой все снабжаются, не только население. И снабжать ТЭЦ, и все. Во время работы председателем Чебоксарского городского исполкома, затем министром жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, а потом генеральным директором Чувашского территориального производственного объединения ЖКХ, когда дел было не в проворот, об отдыхе речь почти не шла. Но редкие выходные дни Ильиной всегда посвящал семье, сыновьям и любимой жене Ольге Григорьевне. Вечером, как правило, если погода не такая будет, как сейчас, а была более-менее погода, я беру, значит, с Ольгой Григорьевной вместе детей, вот, вместе с ними едем на трамвайчике, трамвайчиков много было, едем на трамвайчике или до Ильинки, или едем по Московскому шоссе до места Трех Дубов, вот, и там ночуем, рыбу ловим. Они спят еще в этом, в палатке, а я пораньше встаю, залезу в воду вот так вот. И у меня был один тут товарищ, который иногда с нами ездил. Он все время в сапогах был. А я вот сколько езжу, помню, 7-10 лет все время без сапог стоял. Вот достоялся. Но не в этом дело. Вот и ловим. Все было. Но запрещенную мы не ловили рыбу, конечно. А такой вот удочкой в основном, всегда этих подлещиков, эти язи, всегда что было на уху, к 4 утра, к 5 утра есть. Потом бродим, все, солнце, прячемся от солнца, но не можем прятаться, потому что оно достает везде солнце. Вот, и загорелыми возвращаемся назад. Вот это у нас, конечно, было очень важным таким нашим. Один раз дядя Ольги Григорьевны уже заболел и говорит: заберите вы у меня в саде домик, в саду, недалеко здесь. Мы: нет, зачем нам домик, какой тут может быть сад, нам вот Волга, все. Вот это молодость, вот моя, и зрелость. Я хожу до сих пор. Конечно, когда я вот сюда, в наш, ну, примерно часов раньше всем, сейчас 8-9 приду, и, конечно, я ощущаю себя в воде, не как рыба в воде, конечно, но, в принципе, ощущение такое, ну, хорошее, и особенно вот плывешь потихонечку, и смотрю на дальний берег, и такое ощущение просто море. Как есть поется в песне, но все-таки море останется море, и нам никогда не прожить без морей. Морем Роберт Анатольевич болен с детства. Любовь к воде, к морю он пронес через всю жизнь. И по сей день он входит в состав правления Чувашского регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота. Встречается с детьми, молодежью, рассказывает о своей морской службе. Роберт Анатольевич, как человек не понаслышке знающий, что представляет собой эта бурная стихия и что значит быть настоящим моряком, доносит до ребят простые, но в то же время важные истины. И несмотря на возраст, 83 года, с удовольствием участвует в различных городских праздниках, посвященных в том числе и Дню ВМФ.